Уже несколько дней продолжается. Вчера это было наиболее очень сильно. В 6 часов вечера мы встречаемся в новом здании, и есть дежурство израильских групп. Вчера приехала группа Хадеры, десятки людей, и здесь были десятки людей из Петах-Тиквы. В 6 часов вечера они встречаются и делают Ешиват Хаверим, семинар, и начинается вечер работ по подготовке дома к Конгрессу. Вопрос мой следующий. Как? Сейчас так будет каждый день, каждый вечер до Конгресса. Вопрос. Как это состояние мы можем использовать, как вы сказали на семинаре, как максимальную подготовку и во внешнем проявлении, и во внутреннем в объединении? Каким должно быть наше отношение к этому мероприятию? Каждый день в 6 часов вечера соблюдаются здесь около 100 человек и работают вместе. Жаль, что я вчера не знал. Сегодня я еду в Йокнам, в Кармиэль. Иначе я бы тоже поучаствовал в этом каким-то образом. Смотрите, подготовка духовная – это совершенство. Совершенство может быть на 1 грамм, а может быть на миллиарды тонн. Но совершенство. Что это значит? Постоянство. Постоянство. Если это прекращается, то это не духовное и не совершенство. Если это немножко, но все время, это уже совершенство. И затем мы думаем, вот эти вот уровни совершенства, мы думаем, что это 10 тонн, 100 тонн, 1000 тонн. Нет, там совершенство в сокращении времени, но необходимо подумать, как это объяснить. Что я хочу сказать? Самым важным это является не прекращать мысль, не прекращать намерение. Самое маленькое, самое простое. Неважно. Это лучше, чем находиться в... Ну, я не знаю, как это сказать. Тут нам стоит уточнить, что маленькое, самое маленькое, но постоянное намерение по-настоящему близко к духовному, а не большие скачки, которые приходят и уходят. И этого я вам желаю в течение дня.